путь! He's very heavy. Повелитель гиббонов. Маша, молодец! Препятствие образовалось на нашем пути. Деревянный мост через реку. Мы на Лексусе. И вот думаем, поместимся ли мы в этот мост. Но на нашу удачу приехал грузовик. И вот наш Лексус решил пропустить его. И ребята сейчас пронесутся на грузовике. А потом уже мы за ними проверим на прочность этот мост. Наш доблестный водитель Лёша преодолевает любые препятствия.